Ребята, всем привет! Мукбанг. Очередной мукбанг. Сегодня у меня... Сейчас, секундочку. Рыбка. Мои любимые. Так. Все ли тут у меня в порядке? Рулеты с творогом и сыром. Там еще зеленый лучок внутри. Овощи, помидорки, черри. Рыба камбала. Покажу чуть-чуть по шуму. Так, я запекла. Будем пробовать. Не знаю, хорошо ли видно. А, еще огурчики. Тихо. Давайте начнем с рулетиков. Вот такие они. У меня. Я еще ничего не ела. А время 10:11. Так. Тут у меня вилка. Правда, пластиковая. Не могу найти деревянную. Рыбку будем есть. Не шуметь. Отвечу сегодня на вопросы. Передам привет, такие, ну так, поболтаем чуть-чуть. Настя Копай, тебе большой привет. Девушка тоже снимает мукбанги. Классная. Блин, не столько сока от рыбы. Настя спросила про мои ногти. Делаю ли я сама? Или мне делают? Нет, я делаю у девочки. Которая этим занимается. У мастера. Вчера гуляли в Брусуфе. Загорела опять. Слушайте, у меня вот даже крема. Я нашла один единственный крем защитный для лица. И в прошлом году я и мазалась, все было хорошо. В этом я помазала. И началась у меня вот такая чесотка. Лицо прям зудело. Так. Ольга Янова.
Подскажи, как вас встретил Крым и люди? Тебе большой привет. Ну, я в Крыму не первый раз. До момента, пока мы сюда переехали. В Крыму мне бывать приходилось. В детстве отдыхала на море. Школьные годы в лагере здесь была. С мужем с моим. Мы сюда просто приезжали. Крым нас не встретил чем-то необычным и новым. Все прекрасно. Хорошо. Встретил солнцем, жарой, теплым морем. Люди здесь отличаются от людей, которые живут в больших городах, мегаполисах, тем, что они очень-очень медленные. Очень медленные. То есть после московского ритма, ну, когда ты приезжаешь отдыхать, ты замечаешь это, но как-то тебя это не особо. Ну, то есть ты это сразу замечаешь. Но тебя это не особо как-то беспокоит, потому что ты отдыхаешь. Когда ты начинаешь здесь жить, ну, сейчас я уже перестроилась. Первое время мне даже говорили: Наташа, куда ты торопишься? То есть ты стоишь на кассе в магазине, сзади километровая очередь, а кассир никуда не торопится вообще. Она может даже по телефону поговорить. Ну, и именно местные жители, они все такие, как, я говорю, как вода. Они медленные, размеренные, такие никуда не торопящиеся. И мне поначалу говорили, что я всегда куда-то тороплюсь. Но остановилась я, так сказать, спустя, наверное, год, может быть. Я тоже влилась в этот монотонность в эту. Поэтому, конечно, были такие, но когда ты уже мы, ну, то есть мы уже прожили здесь там больше, чем полгода, устроились на работу, Миша. Ну, были такие, знаете, там, подколы от людей, типа, московский говор, там, вот это все. А здесь вам не Москва. Вот это все. Ну, это так, на уровне шуток. Здесь очень добрые, спокойные, лучезарные люди. Я бы сказала, люди, останавливающиеся в жизни и смотрящие по сторонам. Потому что это очень заметно, когда ты приезжаешь из большого города, где все куда-то торопятся, бегут, опаздывают. Ну, то есть ритм отличается, и люди, соответственно, потому что здесь это тоже поначалу было минусом для меня. Здесь никто никогда не приходит вовремя. Ни один магазин не открывается вовремя.
То есть написано там, например, в 9 часов открытия. Ну, дай бог, он откроется в половине десятого. И когда ты это людям говоришь, они так удивляются, типа, куда торопиться? Итак, все, то есть будь то обычный наемный работник, например, или тот же работодатель, они все на таком, на чили, на расслабоне. Сколько встреч у меня здесь было, да, по работе. Никто никогда вовремя не приходил. И ты не обижаешь. Я вообще ненавижу непунктуальных людей. Не людей самих, а вот эту вот черту в человеке вообще. Что мы договорились, человек не может свое время рассчитать и прийти вовремя. Либо предупредить о том, что у него там что-то произошло, и он опаздывает. Я это прям вообще... Ну, здесь даже ты на них не обижаешься, потому что они такие, типа, ну, а чё? Чё такого-то, собственно? Мы чё, куда-то все опаздываем? И вот тут ты даже сказать ничего не можешь. По идее, да. Куда ты опоздаешь? Что случится, если кто-то не придёт вовремя, да? Ну. Прикольная рыба. Я ела камбалу, ну, 1000 лет назад. Это черноморская. Тут разновидности камбалы. Я когда узнала, знаете, тут есть рыба-лиса. Я думаю, что это за рыба? Ну, это одна из разновидностей камбалы. Очень вкусно. Слушайте, что с моей лампой, не пойму. Я прям, мне даже цвет кожи красный. Хотя я не красная. Если что, я не голая. А то сейчас напишут. Я в топике. Вот. Я говорила, да, что мы вчера были в Грузуфе? По-моему, да. Погуляли. Побродили. Зашли потом. Здесь уже в Алуште. Ну, я встретилась со знакомой. Я сняла мини-вложик. Так. Чтобы вы обо мне не забывали. Да, я сказала, буду с вилкой, но руками проще. Сегодня я еще выходная. Блин. Тут шуметь, ребят, но фольга. А без фольги она... Сок весь. Вылится. А еще был вопрос от... Елена Давыдюк. Тебе тоже большой привет. Я просто... Извините. Как бы... Устала повторять, что я не буду обсуждать на канале сложившуюся ситуацию в мире, но люди продолжают мне настойчиво задавать вопросы. На них, конечно, можно не реагировать. Но я отвечу вам так. Коротко и ясно. Меня спрашивают, как я отношусь к ситуации, которая сложилась. Я, знаете, как отношусь? Нет, рыба не упала. Упала доска. Казус. Оп.
все исправили. Да. Фу, наш бог стал. Нормально. Так вот, отношусь я следующим образом. Я за мир во всем мире. Уже это говорила. Вот так я к этому отношусь. Как хотите, так и понимаете. Просто такие вопросы странные, если честно. Как можно к этому вообще относиться? Мне кажется, явно все относятся к этому с определенной позицией недовольства. Это, ну, вряд ли может кому-то нравиться. Не знаю. Поэтому давайте не будем рассуждать на эту тему, пожалуйста, на каналах. Вообще, я сама даже, ну, смотрю каких-то, если ребят, где начинаются вот эти обсуждения там, я стараюсь либо перематывать, либо выключать. Нет, рыбка такая, знаете, по, как сказать, посмаковать. Она такая тут жирненькая. Вкусно. Много приятностей пишут, ну, там прекрасное видео или вы прекрасны. Ну, жалко, что не у всех есть вот эти нормальные человеческие имена. Я имею в виду название пользователей, имена пользователей, прям, каналов, чтобы поименно, так сказать, передать ребятам привет. Ребят, напишите, что снять в следующий раз. Потому что я иногда теряюсь. У меня-то, знаете, творог в разных его вариациях. Ну, вот рыба. Давно никакую птицу не ела. Просто мясо я ни свинину, ни курицу, ой, говядину не ем. Не из-за ПП, ребят. Просто вообще не ем. Ела, наверное, последний раз в институте. Свинину, говядину. Я ем либо курицу, либо индейку. Люблю кролика. Так, ладно. Тут уже одни косточки. Такой сегодня мукбанг. Не очень информативный. Я, если честно,
вчера дико устала, а сегодня очень рано проснулась. Планирую сейчас немножко прибраться дома, постирать вещи, в общем, домашние дела. И просто полежать весь день, отдохнуть, потому что завтра на работу. Устраивайте себе тоже дни чиллаута. Это нужно нашему организму. Все, ребятушки, спасибо, что покушали со мной. Спасибо за ваши комментарии, за приятные комментарии. Вообще отдельное спасибо, потому что это действительно стимулирует к тому, чтобы снимать больше, как-то стараться над картинкой, может быть, вообще стараться. В общем, это стимулирует, мотивирует. Спасибо вам большое. Ну что, до новых встреч. Пишите обязательно в комментариях, что мне снять для вас. Я с радостью интерпретирую это на ппшный лад. Все, всем пока, всем спасибо, до новых встреч.